Добрый день, друзья, зрители канала. Быстрое видео. Вы у меня спрашиваете, чем я клеил аквариум. Вот этот. Я уже вам говорил, что я покупал клей Сюдаль специальный для аквариума. Ну, для склейки ребер жесткости я покупал вот этот вот клей. Это фирма Axon. Вы мне писали, что за клей, почему он такой прозрачный, что там да такое. Я написал вам ответ. Один мне подписчик пишет, говорит, этот клей без силикона. Ну, да, этот клей без силикона, но смотрите, в чем прикол. Он стоял в отделе, там, где продаются силиконовые герметики, они универсальны. Это новый вид герметика. Вообще, вот этим герметиком клеят на Airbus'е эти иллюминаторы в самолетах. Такой-то страшный герметик, но он вообще для всего. Он не содержит ничего, что как-то влияло экологии. Ну вот здесь вы можете увидеть, здесь нарисована даже вот рыбка. Это клеят люди аквариум этим всем делом. Я вам объясню, там два вида есть герметика вот такого. Есть прозрачный и есть белый и черный. Но прозрачный вот этот, он чуть-чуть слабее, чем белый и черный. Но тем не менее, вот этот вот клей выдерживает 65 килограмм веса на растяжение. Это вообще какие-то страшные показатели. Но чтобы вы понимали, у меня тут, по-моему, в шве 20 кубиков или что-то такое. У меня вот на вот это ребро ушло практически весь тюбик. Вы представляете, тут можно повеситься в десятером на этом всем клее и все остальное. И плюс ко всему она работает в таких диапазонах температур, что там от минус 40 до 200, вообще какой-то неубиваемый. Вот он продается, он не продается ни в Леруа Мерлене, ни в каком магазине, продается только в специализированных магазинах. Он предназначен для бассейнов, и он заклеивает лодки. Причем делает это все внутри, во влажной среде. Можно заклеить этим даже аквариум, который заполненный водой. То бишь ему вообще до лампочки где. Его с пузырька выдавили, он как-то там полимеризируется. Поэтому вот такая вот история. Он работает, совершенно сумасшедшая вещь. Но вы можете сказать, что аквариум клеится там на силикон, на силиконовой основе, мастики, все остальное. Ну, прогресс идет вперед, вы видите. Вот придумали такую вот штукенцию, так что... Ну, это для тех, кому было интересно, чем я это все клеил. Сам не ожидал, что он без силикона. Я не посмотрел. Тут написано сан силикон. На французском это без силикона. Я посмотрел силикон. Ну, и он в отделе силикона купил, и все. Человек мне пишет, говорит, он же без силикона. Да, действительно, поехал, посмотрел, почитал. И действительно, такая вот с этим клеем история. Поэтому для тех, кто клеит аквариумы, кто работает со стеклом, работает, он клеит все, кроме сыпучих и жирных поверхностей. Мокрые – да, сыпучие и жирные – нет. Любое, от ткани, стекла, бетона, кожу, клеит вообще все, что только можно себе представить. Так что вот такой вот тут новый продукт. Имейте в виду, люди, которые клеят аквариумы, можете почитать, поинтересоваться. Может быть, это новое направление там в склейке и всего такого прочего. Поэтому вот такое вот небольшое видео. Кому было интересно, подписываемся, ставим лайки. Кому было интересно, что будет делаться дальше на канале, включая этот клей, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы получать уведомления, потому что вот у меня остался клей, остался. Я на него приклею фон, буду клеить крышку, поэтому он предназначен для всего. Имейте в виду. Всем пока. Кому было интересно, еще раз говорю, что делать. Всем пока. До новых встреч в эфире.